Есть у меня для вас служба. Мирный поход, пограничные пределы за золотом. Ты кто? Поручик Демарин. Пойдешь на Тобол? Так это же в Сибири. Там войны нет. Парламентер! Парламентер едет, братцы! А к чему воевать? При атаке в степь мы не можем использовать артиллерию. Отходим! Они превосходят нас числом многократно. Ты обещал, что поход мирным будет. Что теперь делать? Я не знаю.